Ребята, всем привет, меня зовут Вадим, и сегодня у меня день рождения. Поэтому будет влог о том, как я его провожу. Весь этот день я буду снимать, что происходит на моем день рождения. У нас будет небольшой квест, который мы будем проходить. Я там тоже подсниму кадры всякие, вам покажу, что, как мы все проходим. Но не буду прям полностью там показывать. Не знаю, можно ли там вообще снимать или нельзя. Подписывайтесь, смотрите до конца, ставьте лайки на колокольчик, и если вы ждете видос о покрышках, как я байк пересобираю, как я, как весной будем кататься, обязательно навалите кучу лайков под этим видосом. Лайк, обязательно лайк. Иди так посмотреть. Тут снег везде. Так что... Да не, ставьте, пацаны, лайки, в городе-то сейчас есть сухие места, там можно покататься. А следующий видос такой большой, на минут 20-30, будет пересборка байка полностью. Я там все переделаю, вообще все. Поэтому лайк, подписка, комментарий и погнали. А можно? О, мы уже пришли. Не, как ты там катишься? Там лужа целая, жаренькая. Идет, а потом с башни еще туда. Оружие было. А раньше, короче, тарзанка шла вот оттуда. Да. И вот прям вот до конца. Во, снимай. Здравствуйте. Че, боишься? Нет. Саша, ты гонишь? Нет. Как выключить? То всегда нужно. Меня зовут Алексей, не убивайте меня. Можешь, да, подойти здесь? Тут люди играют в лазертаг. Но мы не будем играть в лазертаг, мы будем идти в бункер. Вот там они стреляются. Да подожди. Что, блин? Как это выглядит? Тогда вот и нас как будто вот такой. Сейчас мы с вами поедем на каток. Будем кататься там. Я от первого лица покатаюсь. Покажу вам, как я катаюсь от первого лица. Быстро. Вообще, такой штукой, которая, держаться, да? Но с ней раздаю нормально. Без нее мне не очень удобно. Мне кажется, многим нравится с этой штукой кататься, поэтому сейчас мы перемещаемся в Марс-арену. Еще я хочу вам сказать о том, что я в скором времени закажу себе на голову, чтобы камеру можно от первого лица вот так посмотреть. Потом надела вот сюда такую штуку поплавок, камеру держать типа поплавок, и там браслет еще один, потому что мне понравился. Я думал, запись не идет. Так что где-то в мае уже будет видос от первого лица, и там с этого, с груди. Короче, будет удобно снимать, мы даже камеру другую новую купим. Это уже. Вот тут покупали.
знаю, как без звук, но вот с этой штукой я буду кататься. Ну что, она нормальная, бро. Ездить прям вообще кайфово, надеюсь, очень слышно. Хотя такие звуки, мне кажется, не очень слышно. Какой-то да. Через раз будет понятно. Лед гладкий вообще. Только залили, уже нормальный. Ну, короче, огонь. Не катанный пока лед. Проедем круг один на быстрой скорости. Погнали. Поехали. Просто так. Я без этого. А ты с этим. Погнали. Кружок.
Я хотел вот так, знаешь, снизу. Ну давай, погнали еще раз. Все с ним, давай еще раз. Низким приседом поехал. Да Это не обратная съемка. Да, сейчас мы пока переоденем здесь.